Доброго времени суток, YouTube. Сегодня мое видео будет относительно связано с психологией. Скорее его можно назвать социальным видео, как и мое предыдущее видео. Здесь вы можете почитать для себя какие-то моменты, уловить какие-то факты, а прокомментировать я хочу следующее. С удивлением обнаружил такую вещь. Раньше, ну вот в скобочках здесь указано, до кризиса, до роста евро и доллара, до событий на Украине, народу объясняли, власть придержащая, говорили, нефть дорожает, что вы хотите, дорогие, дорожает бензин. Нефть дорожает, поэтому дорожает бензин. Что сейчас говорит нам государство, власть придержащая? Они говорят нам, вернее, ничего нам не говорят, просто мы наблюдаем такую ситуацию, подъезжая к бензоколонке, и знаем, что нефть сейчас упала в стоимости, в цене, нефть дешевеет, а бензин дорожает. Соответственно, противоположная ситуация. Здесь нефть дорожает, дорожает бензин, а здесь мы видим и наблюдаем ситуацию, нефть дешевеет, а бензин продолжает дорожать до безумных размеров. И, соответственно, вопрос, где логика? Или это нарушение мышления с точки зрения психологии всех нас, граждан России, то ли это какие-то игры власть придержащих во главе и многоточие. Непонятная ситуация. И здесь перечислены, приведены некоторые факты, которые происходят в реальности по оценкам агентства, аналитического агентства Bloomberg. Приведены факты тех событий, которые происходят в мире, в частности в Америке, и то, что у нас происходит в наших российских условиях и на просторах СНГ, в белорусских рублях, казахстанских тенге, в украинских гривнах и так далее, в русских рублях. Почему? Откуда? Откуда вот это все берется? Совершенно противоположная ситуация. Где логика? Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, то прошу вас подписаться под этим видео. На этом все. Благодарю вас и удачи вам!